Солисты балета Большого театра Артема Овчаренко и Анна Тихомирова сыграют свадьбу. По некоторым данным, торжество состоится в одном из подмосковных ресторанов. Ожидается, что будет около сотни гостей. На страничке Артема в Инстаграме появилось фото возлюбленной в свадебном платье с подписью «Моя любовь, моя жизнь, мое все». Сегодня утром он уже загрузил совместное фото и подписал «Полетели». Волнительный день сегодня с моей любимой. Познакомились звезды балета еще будучи студентами Московской государственной академии хореографии. Аня даже была первой партнершей Артема в учебном спектакле «Симфония». После у них получился великолепный дуэт в спектаклях «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Пламя Парижа». Ну а теперь они официально станут супружеской парой. И, конечно же, социальные сети не оставили это без внимания.